Сотрудники полиции отметили профессиональный праздник. Уже 105 лет представители силового ведомства стоят на страже закона и правопорядка. В честь этого события в Люберецком управлении МВД прошло торжественное собрание. В актовом зале нет свободных мест. Здесь собрались исключительно люди в погонах. Но сегодня никаких сводок и докладов о происшествиях, только поздравления и слова признательности за непростой труд в непростые времена. Мы давно уже не собирались, как мы отмечали 100 лет, 103 годовщины. То пандемия нас, то сейчас спецоперации, которые проходят, и наши сотрудники находятся там, из наших рядов, в сводном отряде, несут службу в тех местах, где, сказал президент, выполняют свой долг. Профессиональный праздник – повод отметить лучших сотрудников. Среди тех, кто отличился на службе, участковый уполномоченный Томилинского отдела полиции Алексей Тецкий. Он работает в МВД уже 10 лет. Мечтал носить погоны с детства. Я хотел бы пожелать своим коллегам очень крепкого здоровья, всех благ в их семьях, всего самого наилучшего. Виновников торжества поздравили главы округов, которые находятся на территории обслуживания ведомства. Наши жители, наши граждане, когда выходят из дома, садятся в машину, живут своей простой обыденной жизнью, не замечают и не видят того количества преступлений, которое сегодня в статистике было. Это около 2000 преступлений, которые раскрыты только за последний год. Безопасность нашего округа, соседних городов, конечно же, зависит от качества выполняемой вами службы. За это огромное спасибо. Слова благодарности Владимир Волков закрепил вручением почетных грамот и знаков отличия. Также в этот день 7 сотрудников полиции получили из рук главы Люберец сертификаты на квартиры. Я ждала 5 лет, дождалась. Всем спасибо, большое спасибо начальству. Ну, такой праздник, я всех поздравляю, всем желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья. И всего самого хорошего, и чтобы все мечты сбывались, как я, как у меня сбылось. Люберецкое управление МВД – это 1200 сотрудников. Они раскрывают преступления, пресекают правонарушения, борются с незаконным оборотом наркотиков и охраняют общественный порядок. Одним словом, их работа – это спокойная и безопасная жизнь людей. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.